твои друзья, они объяснят твоей бабушке, почему ты задерживаешься. Вы же из одного дома. Только вы побыстрее, моя бабушка такая нервная. Они быстрее, бабушка, наверное, уже волнуется. Ничего, сейчас мы ее успокоим. Что такое? Что случилось? Только вы не волнуйтесь. Ваш Володька покалечился, а мы... Придется за Володькиной мамой бежать. Ты только не кричи сразу. А Володька где? Вначале мы должны вас подготовить. А что случилось? Мама, к тебе пришли сказать, чтобы ты не волновалась. Мы живы. Их ты! Разве можно без подготовки такие новости сообщать? Думать надо.